Просто тоже надо. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Доброе утро. Закрыть одну взрослую лицензию нам надо сегодня обязательно. Стреляем. Лось взрослый. Ну, желательно, конечно, рогатый. То есть, если есть из чего выбирать, если видите, что идет несколько, если еще что-то, то стреляете самого большого, самого рогатого. Ага. Даже ушли. Ну вот. Еще один переход коровы с толпом ушла. Здравствуйте, товарищи. У нас конец декабря. Закрываем последние лицензии. Вчера вот неожиданно снег выпал. Сразу стало видно следы. К сожалению, вот пока шли, лоси из загона вышли, на которых рассчитывали. Бык с коровой, корова с телком. Сейчас прогоним, раз уж встали. Вдруг там еще что-то было. Ну что, окончание сезона 2019, третий загон, прекрасное завершение, на мой взгляд, этого сезона. В общем, прекрасное одиночное взрослое животное, хорошего большого размера, очень медленно и очень тихо передвигалось вдоль стрелковой линии. Стрелял соседний номер от меня, ну то есть предыдущий. Я это животное не видел и не слышал. Нашла вообще бесшумно просто. Вот. Выстрел был по месту. После выстрела, собственно говоря, прошла команда, что будут добавлять, добивать. На всякий случай. Чтобы уже не бегать нам по темному лесу. Вот, темнеет рано, поэтому все было прекрасно. Ну, собственно, можно посмотреть панораму. А до тебя сколько метров-то было? До меня было метров, наверное, 70. Но дело было за завалом. То есть животное шло ко мне как бы в штык, что называется, на мой номер. Но я его не видел, потому что передо мной было несколько деревьев и такой большой повал из елок. Вот. Поэтому соседний номер хорошо нашел прогал между деревьями. Здесь такое более открытое место. Вот, и произвел выстрел прицельный. Животное легло на месте, никуда не бегало, не прыгало. Вот, ну, было принято решение добрать, чтобы уж наверняка нам потом за ним никуда не бегать. Вот, я считаю, что мы прекрасно завершили сезон. И до новых встреч. Товарищи, поздравляю всех с закрытием сезона 2019. Всех с полем! Ура! Ура! Вот теперь можно точно сказать, что сезон загонных охот закрыт. Последнюю лицензию мы сегодня закрыли. Через несколько дней уже Новый год. Всем удачи на охоте. И до встречи в новых сезонах.